Зубные вопросы бурно обсуждаются возле специфических стендов. Здесь протезы, хирургические инструменты, новейшие материалы для имплантации. Самара – признанный лидер в области стоматологии. Самарский регион является одним из базовых вопросов стоматологии, как в научной сфере, так и в сфере внедрения технологий и бизнеса в чистом виде. На выставке Dental Expo уже в 19-й раз стоматологи собираются в Поволжье, чтобы обменяться опытом, продемонстрировать новинки. Он превращается не столько в выставку, сколько в форум. Это настоящий форум трехдневный, где по-настоящему врачи, студенты заинтересованы уже сразу потрогать руками инновационный продукт. У стоматологов вот это общение, оно настолько регулярно. А в этом году он с международным участием форум и посвящен 50-летию стоматологического образования нашего университета. Выставка-форум продлится 3 дня. За это время специалисты отрасли смогут обзавестись новыми партнерскими отношениями и познакомиться с новинками в области стоматологии. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События.